Луки, Святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Чей, дерзай, чей, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только верую, спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань». Не возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Евангелие от Матфея. Исследовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиграда, Иерусалима, Иудеи и из Иордана. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков бывших прежде вас». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Златоустого, слово к верующему Отцу.